Наконец, и в наш регион пришла настоящая зима. И хоть для традиционных зимних забав, катания на санках, игры в снежки, лепки снеговиков, снега выпало пока недостаточно, с 27 января у жителей Ильичевска появилась прекрасная возможность покататься на коньках. В ближайшем будущем городские власти планируют на территории Ильичевска построить капитальный современный ледовый комплекс. Но пока этого не произошло, все желающие могут попробовать встать на лед на открытом катке, который частный предприниматель Евгений Сопин собственноручно залил 27 января. Идея у меня родилась еще 2 года назад. В 2009 году мы катались на коньках, все ильичевцы помнят. А в прошлом году не получилось. Погодные условия были плохие, солнце просто было. И я ночью залил, а потом днем подтаяло от асфальта. Получается, если асфальт прогревается, от него начинает таять. Городские власти поддерживают такую инициативу, вот как предпринимателя Евгения, в том, что он уже не первый год проявляет инициативу о заливке катка, о том, чтобы наши жители города Ильичевска сумели попробовать такой вид спорта, как катание на коньках. Тем более, что это сейчас, в наше время, сегодняшний день, это доступно буквально в центре города нашего. Пожалуйста, мы от отдела по делам семьи, молодежи и спорта, я лично приглашаю всех, кто хочет покататься. Пока еще есть погода, пожалуйста, приходите, катайтесь и оздоравливайтесь. Каток находится в молодежном парке за дворцом спорта «Юность». Пока продержатся морозы, ильичевцы смогут покататься на коньках в будние дни с 11 утра, а в выходные дни с 10 утра до 12 часов ночи. В вечернее время территория катка хорошо освещена. Условия проката у нас 10 гривен коньки, полчаса. Если люди приходят со своими коньками, платят чисто символическую плату, ну, за то, что я воду бесплатно никто не дает. Есть мужские коньки, есть женские коньки, фигурный конек и хоккейный конек есть. Новый каток особенно заинтересовал юных жителей города. Я рад, что у нас в Ильичевске появился каток. Теперь я могу покататься на катке. На выходных возьму маму и папу и будем кататься. Погода в наших краях изменчива, и сложно сделать прогноз, как долго просуществует каток этой зимой. Поэтому стоит поторопиться, ведь катание на коньках – это полезное и веселое занятие, ни с чем не сравнимое удовольствие и для детей, и для взрослых. Крепкие морозы принесли ильичевцам не только неудобства и дискомфорт. Благодаря минусовой температуре у жителей города Ильичевска появилась возможность разнообразить свой досуг, открыть для себя новый вид спорта, почувствовать себя звездами фигурного катания. Елена Прокопьева, Владимир Кунянский, служба новостей Ильичевского телевидения.